В округе работает уникальное предприятие, на котором разрабатывают, производят и внедряют системы для диагностики железнодорожной инфраструктуры. Компания «Твема» основана 34 года назад. В 2019-м ее филиал открыли в Люберцах. Подробнее в репортаже нашей съемочной группы. Это предприятие полного цикла производства. Листовой материал раскраивают, сваривают и отправляют на покраску. В компании работают около 100 человек. Большинство из них – жители округа. Электромонтажник Алексей Татаринцев занимается сборкой и установкой оборудования на диагностический комплекс. Занимаюсь расключением шкафом индивидуальных нужд. Это свет, соответственно, отопление, бытовые все приборы и все остальное. Ну и последовательно будем подключать все остальное. Весь локомотив занимаемся именно по электрике. На комплектацию одного вагона уходит не менее месяца. Передвижная лаборатория выполняет несколько функций одновременно. Каждый вагон оснащают по индивидуальной схеме. Диагностический комплекс инфраструктуры состоит из вагона дефектоскопа, скоростной путеобследовательской станции, вагона контроля параметров средств, железнодорожной автоматики и телемеханики. Это уникальная компания, единственная компания в мире, которая занимается обследованием, сканированием железнодорожных путей, путей контактной сети, скоростью которой идет лаборатория, это целый огромный состав, это 140 км в час. Любые аналоги мировые, американские, европейские, не превышают скорость 60 км. Компания работает везде, работает в Европе, работает в Индии, в Китае. Изделия с маркой «Твема» составляют 3/4 общероссийского парка мобильных средств диагностики и более 50% в странах СНГ. Богдан Колесников, Денис Зугольников, телеканал ЛРТ.